Вас приветствует Алена Ариес. Шок. Внезапные изменения. Потрясающе. Девочки, раскроется какая-то тайна. Тайна, связанная с обманом. Да. С обманом. Да. С обманом либо касается знакомства. Какой-то обман был со знакомством. Возможно, вы с кем-то познакомились, тут откроется обман. Либо со знакомством, либо связанный с мужчиной. Ну, смотрите, именно по личной жизни, я имею в виду с мужчиной, то, что связано, женат мужчина или нет, это нужно рассматривать только на личной консультации, однозначно. Но хочу сказать, что вы успокоитесь, как раз таки после открытия этой тайны, вы наоборот успокоитесь. Может быть, для кого-то проиграется ситуация, что вы наоборот подозревали, что мужчина женат, или что он вас в чем-то где-то обманывает. Вот это, скорее всего, будет. И выяснится, что ваш мужчина ни в чем вас не обманывает, и все это так. А вот что касается знакомства, имейте в виду, если где-то 3-4 недели назад было какое-то знакомство, то может скрыться какой-то обман. Но здесь обман больше, я уже сказала, что по поводу того, женат мужчина или не женат, есть у него кто-то кроме вас или нет, это нужно рассматривать только на личной консультации. Для этого вы можете записаться ко мне на консультацию через Viber, WhatsApp или Telegram. Но здесь обман может открыться, например, связанный с документами какими-то. Что может быть мужчина не из той страны, из которой изначально говорил, да? То есть что-то вот с документами может быть связано. То есть связано с обман связан с мужчиной и связан каким-то образом с документами. Но я сказала, что может наоборот открыться вам информация о том, что мужчина наоборот, то есть если вы подозреваете, что мужчина вам врет, то здесь откроется информация, скорее всего, что наоборот, вы напрасно мужчину подозреваете в каких-то там ситуациях. Единственное, что будьте внимательны в деньгах. А с деньгами будьте внимательны, потому что здесь реально идет предупреждение, да, никогда не отправляйте, особенно если да, даже по большому счету не важно, в реальности вы с мужчиной знакомы или с мужчиной на расстоянии, да, если у вас какая-то переписка или роман на расстоянии, никогда не отправляйте деньги. Потому что если мужчина просит деньги, то это 100% говорит о том, тут даже дело не в обмане, а дело в том, что мужчина 100% после этого пропадет. Вот. Может быть, не сразу, поэтому тут будьте внимательны. Поэтому здесь предупреждение, да, откроется обман. Ну, естественно, если вы деньги переведете, каковой бы ни была душещипательная история, из каких бы типа официальных органов вам не звонили, никогда никому не переводите деньги и не диктуйте коды. Вот. Поэтому здесь изменения больше касаются, да, открытия тайны, она откроется, то есть информация станет вам понятна, связанная с обманом. Может быть, обман связан с документами, с деньгами и с мужчиной. Поэтому будьте очень внимательны, особенно в ближайшие 2-3 недели. Вообще всегда нужно быть внимательной в этих вопросах. Вот как-то так. При этом я предупрежден, значит, вооружен. Я желаю вам всего самого-самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. Пока-пока. До новых встреч в новых видео.